Так. Продолжение истории про плоскую вощину. Вот одни умельцы оттянули ровно ячейки пчелиные. Ну, понятно, что с переходными. Но это гладкая вощина, эксперимент с гладкой вощиной. Вот здесь тут яйца уже матка отложила. Тут даже вот червячки есть немного здесь. То есть тянут. Но понятно, что в последний момент эта вощина уже стоит тут 2 недели, где-то так. Что мы поставили перед качкой, откачали первую волну и сейчас вторую качаем. Вот они ей только занимаются. Ну, с одной стороны, она уже как бы с той стороны, где было все нормально, она уже здесь печатный расплод. Гладкая вощина. Ну, как бы динамика развития. Вот тротневые ячейки там посеяло. Тут язык. Ну, мы уберем, нам такое развитие не надо. Событий. Пускай хоть тротневыми заполнят. А снизу пчелиные пошли. Угу. Ну, а тут мы уже показывали. Тут нормальная сторона, не гладкая была. Тут процесс такой, как нам нравится. Вот такой вариант. Это мы откачали половину, теперь закладываем. Так, следующий вариант гладкой вощины. Вот такой вот. Не хотят. Не хотят. Ну, а здесь нормальное развитие. Продолжаем наблюдение. Ага, гладкая лосина, еще вариант. Да, вот такой, то есть в середине как бы прикольно, такого еще не было. Там печатный мед, тут вот, кстати, где-то пару, вот тут пару яиц. Ага, у меня тоже в трутневых там яйца я снял. Ага. Ну, а у меня одну я снимал, там, короче, яйца, ну, не знаю, как ты определил, кто, что точно трутневые, но там, я думаю, пчелиные. Ну, большие ячейки были. Ну, а с этой стороны посеяно, вот печатный расплод уже меда. Ну, да, здесь... Да, ну, еще оставим хай. Ну да, доведем, что они успеют за сезон все-таки сделать. Угу. Так, еще один случай с ровной вощиной. Здесь у нас засев, червячки есть. Да. Засев, червячки есть, крупные червячки. Тянут ровно, ячейки это пчелиные. Но долго. С другой стороны, все уже давным-давно оттянуто.